Я не понимаю, что значит вот это естественно, а это не естественно. Это что, нос чужой, что ли? У меня это донорский, что ли? Мне его пришили. Это точно такой же мой нос. Все-таки нос носу рознь. Решили в Минздраве и отправили пластических хирургов в музей. Главный пластический хирург профильного министерства Наталья Мантурова решила, что искусство способно привить правильные представления об эстетических канонах. В целом, мысль здравая, учитывая, что иногда результат работы пластических хирургов поражает. Наш собственный хит-парад. Я вижу в этом свой идеал красоты. Мне все равно, кто что об этом думает. Буквально позавчера я захотела сделать себе вот эти большие губы. Героиня мужских эротических фантазий. Бюст The Best, Мисс Тюнинг 2007, самая большая грудь России. Такие заголовки обычно сопровождают появление в СМИ русской тюнинг-красавицы Ирен Феррари. Скромная девушка из Ильиногорска прославилась благодаря увлечению пластическими операциями и по праву занимает почетное место в нашем хит-параде. Франции тоже есть чем похвастаться. Братья-близнецы Игорь и Гришка Богдановы стали известными в начале 80-х. Физики по профессии, они сумели пробиться на телевидение и запустить собственное телешоу о научной фантастике. После закрытия телешоу их слава поугасла, и тогда Игорь и Гришка, недовольные своей внешностью, сделали первую пластическую операцию. Братья отрицают, что делали пластику. Игорь в четвертый раз женат, а Гришка холост. По слухам, ребята пользуются огромной популярностью у женщин. Британец Джордан Парк, поклонник Ким Кардашьян, в свои 23 года истратил 150 тысяч долларов на пластические операции. Он страстно хотел походить на красавицу Ким, и, по его мнению, у него получилось. Судите сами. Кстати, о Ким Кардашьян. Американская звезда утверждает, что не делала ни одной пластической операции. То есть она не корректировала нос, не закачивала филлеры в щеки, не вставляла импланты в грудь, не подтягивала ягодицы. Что ж, приятно, что естественная красота существует. И напоследок еще несколько удивительных случаев пластических превращений. Вот уж точно, пластика мордастики. В общем, тему мы обозначили. Кто на кого быть похожим хочет, тоже сегодня узнаем. И буквально через пару секунд в нашей студии появится человек, который как две капли воды похож на Максима Леонидова. Это Максим Леонидов. И, по-моему, зовут ее Дашей. То ли девочку, а то ли видение. Максим Леонидов – музыкант, певец, актер, поэт и телеведущий. Один из основателей бит-квартета «Секрет» и группы «Хиппо-бэнд». Максим не любит тратить время и деньги на съемку клипов. Если песни любят зрители, они и так пойдут в народ, как «Девочка-виденье» и другие. Мы пригласили к нам его, и он пришел не подкачал, чтобы рассказать, как кто и где подкачал. Все начали сразу в Макса всматриваться, искать, где что он себе сделал, а он просто эксперт, не более того. Вот. Но, как мы видим, подкованный. Да, очень. Кстати, вы знаете, что надо показывать, когда речь про пластику, да? Вот эти самые пресловутые легендарные утиные губки. Да. Покажи, покажи, все, молодец. Значит, вопрос такой. Мы обещали про клинику в связи с этим поговорить с Максимом. Было ли когда-нибудь у тебя желание на кого-то быть похожим? Не чертами характера, не поступками, а именно образом. Внешне. Вот мне так нравится Элвис Пресли, что я сделаю себе что-нибудь и буду на него вот просто как картинка похож. Ну, ты знаешь, вообще актерская профессия, она подразумевает некое погружение в образ. И особенно, если ты играешь какого-то персонажа реально живущего или жившего, у которого есть портреты, фотографии, так сказать, на него можешь посмотреть в кино, то, конечно, вживаясь в этот образ, артист пытается на него быть похожим, ну, как бы всем, пластикой, внешне и так далее, и так далее. Но, конечно, до того, чтобы что-то менять пластическим образом, дело не доходило, и желания у меня такого никогда не появлялось. Хотя в моей жизни, молодости моей, было у меня много кумиров, в том числе, конечно, и Битлы, и Элвис Пресли, и там Брюса Спрингстина я очень любил. И я там в молодости одевался, как там какую-то бандану себе повязывал, кожаные куртки с жилетами, с джинсовыми, значит, надевал на себя. Но при этом, конечно, мне бы и в голову не пришло, даже если бы это было можно, делать себе пластику какую-то, чтобы быть похожим на
своего кумира. Это вам повезло, что вам в голову не пришло. Видишь, ты заговорил. Люди, которые... Вот, мы сейчас как раз к этому идем. Ты просто заговорил о Битлах. Да. У нас есть другая ливерпульская четверка. Так. А я именно так бы называл эту женщину. Ливерпульская четверка. Потому что она действительно родом из Ливерпуля. Кэролин Андерсон. Сейчас она появится на экране. Она говорит, при такой-то фамилии мне бы еще и внешность андерсоновскую, причем не Ганса Христиана имела в виду, соответственно, так, а Памелу. Вот тот случай. 28 тысяч долларов на то, чтобы быть похожей на Памелу Андерсон. Результат ноль, по-моему. Кстати, да. Ноль, это ты куда смотришь? Нет, я имею в виду именно нулевой результат. Не размер ее бюста, а то, что да, нам совершенно не... Кстати, про бюст 9 операций пришлось пережить. И девушке, между прочим, 31 год, можете себе представить? У нее все еще впереди. Ну, да? Во-первых, да. Во-вторых, мне кажется, что это совсем... Давайте рассмотрим. Неудачно. Надо было ехать к нам, в нашу клинику. Приезжайте в нашу клинику. Но мы таких ошибок не допустим. Еще более клинический случай, когда даме настолько понравился шарж на нее нарисованный, что она решила быть похожей на этот... художественный образ. Кристина Бьютел, значит, ей 30 лет. Значит, 130 тысяч долларов, да, и пластические операции по превращению себя в рисунок, который она в свое время приобрела на Ибице. Можете себе представить, вот как вредно ездить на Ибице. Да. Было ли у тебя когда-нибудь желание... Само название об этом говорит, этого острова. Было ли когда-нибудь желание быть похожим на рисунок? Это не вопрос, это так, просто выстрел в воздух. Ну и, наконец, мужской случай, надо же и мужской случай рассмотреть. А вот как вы думаете... На кого, спасибо, хочет, на кого он хочет? На кого на хочет? Киану Ривза, конечно. На кого? На Киану Ривза. Да нет, это вы комплимент ему сделали. А он думает, кого? Что он Кен. Помните, такой был муж известный, красивый? Барби. Да. Это же на Джастин куклу. Джедлик, на самом деле. Вот таким вот слева это он был до того, как сошел с ума. Угу. А справа это он уже Кен. Я думал, что он на Киану Ривза решил стать похожим. Видите, у него такие, он сделал себе раскосые глаза. Нет, можете себе... Это абсолютно рекордсмен. Он сделал 190 операций для того, чтобы быть похож на... У него даже тушка теперь пластмассовая. Да. Да, чтобы как у настоящего. Ну, видите, ну что, печально, ну... Как представитель клиники, Максим, да. Это все-таки уже, наверное, такое тяжелое... Это взглядом эксперта, конечно, вижу, где неправильно сделано, но... Это тяжелое ранение в сознание или это бесконечные попытки человека обратить это на себя погоня, внимание? Это погоня за счастьем, конечно. Потому что если... знаешь, человеку свойственно стремиться быть счастливым. Для этого есть множество путей. Вот. Но чаще всего человек либо улучшает себя, либо улучшает свое материальное положение. Покупает себе новую машину, ему кажется, что это сделает его более счастливым. Или становится похожим на куклу, так сказать, ему кажется, что от этого он станет более счастливым. А поскольку этот процесс счастья не приносит, поэтому он бесконечен. У нас игра. Игра для тебя специально сделанная. Да. Называется она «То ли девочка, то ли видение». Так. В общем, когда ты смотришь оригинально, на экран... Оригинально. Долго сочиняли? Перебирали столько словосочетаний, ты не поверишь. А если это секрет, вот еще хорошее название. Посмотри, пожалуйста, на экран, он слева от тебя. Да. Значит, вот... Значит, это две картинки, видим. Слева, да? Грудь. Две картинки, вот. То ли девочка, то ли видение. Вот скажи мне, где девочка, где видение? Слева, конечно, девочка. Слева девочка, а справа видение, да? Справа, давайте проверим. Справа седло. Давайте проверим. Вот, слева не девочка, слева дорожный знак был. Девочка была справа, понимаешь? Да, лихо вы меня подкузьмили. Вот, давайте следующую пару. Опять же, значит, то ли девочка, то ли видение. Ну, я скажу, что справа девочка теперь. Справа девочка тебе. А ты, то есть, ты не по картинке, ты просто слева-право. А вы же мухлюете, понимаешь, мухлюем, как с вами играть. Давайте посмотрим. Теперь справа девочка должна быть. Правильно. Справа, значит, один из двух. Один из двух. Ну и решающий, собственно говоря. Она что-то сделала явно. Мы сейчас не об этом. Мы уже отвлеклись от этой темы. Так. У нас, вот опять же, то ли девочка, то ли видение. Слева девочка, справа лошадь. Слева? А то есть ты различаешь? Слева, да. Девочка, справа лошадь. Слева девочка, справа... Молодец. Нормально? Вообще. Вот победил. Круто. Победил сам себя с прекрасным результатом. Макс, спасибо тебе большое. Все, короткая игра. Короткая игра, но ты... Но я очень-очень... Да. Пошли тебе думать над новой. В качестве приза, а всем вам, чтобы тоже, ну, так сказать, не скучно было и тоже поиграть, знай и люби, вам играть, тебе смотреть, счастливо, пока, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.